Всем привет! В этом видео делаем свадебный маникюр на длинные ногти. Девочка у меня всегда любит такие яркие, насыщенные маникюры черного цвета. Ногти обычно мы делаем еще длиннее. Сейчас мы уже сделали коррекцию и наносим цвет. Сейчас мы будем делать маникюр, который она нашла в интернете. Очень ей понравился этот цвет. Цвет я использую от Lianel. Очень интересный, красивый, симпатичный цвет. Но могу сказать про него то, что ложатся такие вот светлые тона очень плохо. Мы положили их на 3-4 слоя. Использую в маникюре вот такие наклейки от Эми. Это не наклейки, они называются Nail Dress и клеятся на весь ноготок. Как их наклеивать, написано в инструкции. В инструкции к слайдерам от Эми всегда идет инструкция. Ну что ж, мы нарисовали лунки, наклеили на пару ноготочков вот такие вот слайдеры. И сейчас мы эти луночки будем обводить красивой серебряной гель-красочкой без липкости. Использую я гель-краску от фирмы P&B. Называется она гель-паста Silver 01. Чем она хороша? Тем, что она очень-очень плотная, хорошо ложится и дает такие объемные, немножко выпуклые как бы дизайны. Поэтому после просушки в лампе не требует перекрывания топа. И посмотрите, какой у нас получился результат. Очень красивый, нежный свадебный маникюр, но при этом добавили немного все-таки ведьмовских таких оттенков при помощи нейл-дрессов от Эми Лак. Потому что эти нейл-дрессы у нас сделаны под чешую такой змеи. Выглядит очень нежно и симпатично, и при этом даже немного опасно. Если вам нравится такой вариант свадебного маникюра, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока, до встречи в следующих видео.